Да, всем привет, друзья. У нас снова пицца. А мини-пицца, Маша, с чем тут? Там просто пепперони. Они как маффины. А, это мини-пепперони. Вау, прикольно. Какие хорошенькие. То есть здесь все абсолютно то же самое, только вот как маффины выглядят, да? Ага. А ты же пробовала, да? Такие же, да, реально? Ой, какая прелесть. И во второй коробке тоже? Они же? Такие же, да? Можно любую пиццу заказать вот так, в таком виде, или что? Нет? Что? Только сырные пепперони. Классно, горяченькая. И там у нас пепперони. Собаки. Собачил. Его все равно помыть надо. Нет, да, ты потрогай, там будут такие скользкие стенки. Значит, мыть. Фонтан забился. А из него пьют только коти. Собаки не пьют, к сожалению. Для вас Маша покупала, а вы не пьете. Джерри? Не, он так лизнет и все. Он, как всегда, он у Милы и у котов. Он даже у себя не пьет. Он пьет только у Милки и у котов. А вот здесь пьют только коти. Все. Им нормально. Так, друзья, я наконец-то освободилась, и у меня не так много времени, уже почти час. Я сейчас буду варить борщ. Молодец, Лена, как всегда. Борщ. Борщ у меня сегодня будет. Сюрприз без свеклы. Я не знала, что у меня ее нету. И я туда просто морковки побольше положу. И сейчас отдельно еще наварю хвосты. Меня все это разморозилось еще утром. Я положила все разморозиться. И у меня здесь все уже растаяло давно. В общем, я только-только начала. В общем, все хвосты вывалила сюда. Все две упаковочки, которые в Костко берем. Там два сегмента таких упаковочки. Несколько больших и много маленьких. Я это просто сейчас отварю в воде. Немножко посолю. Наверное, луковицу сюда брошу и все. Посолю, поперчу, лавровый листик. Ну и все, наверное. Так что водички нальем. Так, ребята, а у нас квест с Меланией. Мы идем детей встречать с Милкой. Мне Вова позвонил, сбил меня. В общем, мы сегодня квест с Милой проходим. С ней идем вдвоем на шлеечке. Очень жарко. Прям жаришка такая. Чуть под 90. Но Мила так пока ничего, жива. В общем, мы решили с ней вдвоем детей встретить. Сейчас посмотрим, с чем это все закончится. Я вообще думала прохладно, я еще кофту взяла. Пойдем, Мелания. Смотри мне, Милка. Если ты меня дернешь. Ну вот эта шлейка, она ее задерживает хорошо. А ее причем надо одевать по-особенному. Видите, она одета шиворот на выворот. У нее впереди застежка. И таким образом она управляется. Это нам так сказали, когда покупали эту шлейку. Мила. И, короче, ее, ну, дергаешь, она разворачивается к тебе. Ну, как лошадь, короче, управляется. Вот примерно то же самое. О, боже, как хорошо. Солнышко куда-то делось. Вот, поэтому не знаю, посмотрим. Если она меня сильно дернет, у меня мой позвоночник просто в трусы сцепится. Да тихо, ты че, блин. В общем, ладно, автобус подъезжает, посмотрим, как оно пойдет. Снимать я вряд ли это буду, потому что у меня будут обе руки заняты. Это просто, я не знаю, либо она мне руку выдернет, либо позвоночник сцепится мой весь. Пойдем, пойдем, Мила, да не надо ничего вынюхивать. Забрала детей. Ребята, все прошло хорошо. Как ни странно, реально шлейка вообще бомбезная. Я ее гуляю вообще на ошейнике, но ошейник для нее это ничто просто. А шлейка реально, она ей управляет. Вот это именно, такого вот рода шлейка. Я Джерри не стала брать, потому что его облепят дети, и начнется вот это соу-кьют, и, блин, не отлепишься. Поэтому взяла большую собаку. Вот, и, в общем-то, все прошло нормально. Ну так, мы здоровались издалека со всеми. Я говорю, не подходите ко мне. Она хочет пить! Да, мы идем домой пить. Да, жарко. Сейчас погуляла как раз. Мы посрали, мы все сделали заодно. Дети уже унеслись домой, а мы идем с Милой. Все, 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 да, заходите. У нас еще сегодня сделали сливы. Замутили вот эти сливы, потому что у нас вот здесь... А что, жарко? Ну, заходите, жарко. Потому что у нас же вот здесь теперь нет этих сливов. И, короче, мы... ну, Вова, в смысле, заказал. Они были здесь, а их теперь здесь нет. Пойдем, котик, пойдем. Все цветы собрали. Чего стоим, заходим? Катя, закрывай гараж, Кать. Ну, скорей.
Жарко еще вообще, ужас просто. Пойдем, Мила. Мы дома. Мелания отдышалась, пошла пить. Дети у меня уже в душе. Проша все утро гоняется за мухой. У нас залетела муха, он задолбал. Он все время за ней гоняется. Он, по-моему, выдохся и улегся. У нас, конечно, так с собаками тут не особо не погуляешь. У нас с собаками долго. Можно гулять только рано, прирано утром, либо вечером. Так, борщ у меня готов. Сейчас открою, покажу. Я уже его выключила, доварила. Он у меня красавчик. Он просто без свекла, а так все хорошо. Пахнет обалденно. С чесночком, с мяском. Все хорошо. Вот такой вот красавчик. В общем, все, борщ готов. И у меня хвосты готовы тоже. Ничего не показывала, ребята. У меня телефон был занят все время. И вон там хвостики. Пахнет холодцом. Прям холодцом, холодцом. А здесь у меня чуть-чуть перчика. Вон его видно. Черный соль, лавровый листик и лук. Вон лук плавает. Я просто головку лука туда кинула, и все, и больше ничего. Так что все, все готово. Живаль. Я Маша пришла. Сейчас погуляет Джерри. Да, она так прям нагулялась где-то у меня. Прям вообще прям угулялась, бедолага. Слушай, она беременная так вела себя после прогулки. Прям бедная вообще. Ну, реально очень жарко там, под 90 вообще. Сейчас Маша Джерика уже погуляет. И все. Вот эта вот штука вот здесь, у нее блокируется shoulders. Поэтому она не может... Из-за этого? Это тебе так объяснили, когда ты покупала шлейфу? Да. А я думаю, что ей так управляют? Вот здесь вот на руках, вот прям вот на shoulders. Да. Ее не душит, потому что когда я на шипах носила, она меня оттянула и душит. Ей вообще, у нее там такая шкура, что ей не строгач, ничего вообще абсолютно. Да нет, у нее там не шкура, ее душила. Ей было не больно, ее душила, то есть она все время так... Да. И идет еще кашляет все время, да. Не тянуть не может. А эта штука реально управляет ей как конем. Да, тетя лошадь? Как лошади тобой управляем. Я тут разбираю ланчбоксы, мусор всякий вытаскиваю из них. А дети уже все искупаны. Просич, ты так и не поймал муху цуце. Так она и улетела от тебя. Или ты ее поймал и сожрал. Что-то ты как-то облизываешься много. А? Просич? Просека? Ты поймал муху цуце? Прося, ты что, поймал муху? Прося? Жаришка у нас, конечно. Девчонки сегодня уезжают. Муха летает до сих пор. Прошу. Летает. Нет, еще не поймал. Короче, не поймал еще муху. Девчонки сейчас поедут попозже на Мерката, туда уже в центр города. Закат. И что-то там еще у них. А, еще папу надо забрать, еще Вову надо забрать. Он с Майами вернулся, но его там надо откуда-то еще забрать. Вот. И сейчас я их отправляю в Пабликс наш, возле дома который, чтобы они мне колбаску купили. Собираю ланчбоксы, а у меня, оказывается, колбаски нет. В общем, сейчас они мне купят колбаску и виноград, если есть вкусный. Так, больше вроде ничего не надо. Так, я тут кормлю. Смотрите, какие. Вот сколько у меня они варились. Что-то, по-моему, 30 минут я поставила вот на вот этот вот режим. Суп, бульон, вот сюда вот я поставила. И, в общем, сварились. И посмотрите, как хорошо в мультиварке. И косточка отходит, мясо от косточки отходит. Прям красота. Это я сейчас себе положила. Это я сейчас съем. Ай, как вкусно. Сейчас, котик, сейчас. Это я себе положила. Мой ужин. Вот, и вот это сейчас уберу. Вова придет, он просил именно с хвостами. Ну, а это вылить. Угу, отдышалась? Так, что купили? Так, ну, такисы твои. Так, виноград. А, здесь чипсы, она просто от детей. А где чипсы? У нее в комнате, она себе забрала. Так, попросила купить виноград белый, который сладкий. Не знаю, Маша пробовала, не пробовала, но он вообще ни разу не белый. Который вот этот вот белый сладкий. Этот я не знаю. Ну хотя бы без косточек, я надеюсь. Надо попробовать. Так, и колбаску. О, шоколад. А, это Маша собралась, видимо, этот печь. Брауни свой. Ну, скорее всего. Так, и колбаска самое главное. Это мне в школу детям ланчбоксы собрать. Окей, давай. Иди умойся, зайчик. Так, девчонки, поехали на закат. Котик, иди умойся, пожалуйста. Она не в Майами, она не уезжает. Ты в мороженом вся. Джерри. Девчонок провожаю.
Поехали на закат. Очень красиво, Кать. Ты все съела, что ли? Ну иди отнеси. Маш, там жарко. Днем будет сидеть на улице. Там будет холодно. Ну, вечером, да. Пока. Пока. Когда вы приедете? Я кормила, они приедут. Мы бабу под конец забираем. Гулиные, да, собаки? Гулиные, кормленные. Ага, кормленные, гулиные. Джерри. Я погулять еще и пойду. Пописить просто выпусти. Ты дома, мила. Пописал? Ай, молодец. Сейчас, Катя, иду. Смотрите, мальчик на каком лесопеде едет. Джерри, иди сюда. Джерри, 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 Джерри. Джерри, заходи. Давайте, пока-пока. Джерри, зайди, господи. Иди сюда, Джерри. Давай, зайди со мной. Все. Молодец. Все. Кудряшки мои. Сейчас иду. Все, закрываем. Иди, Лёва, включай от вам. Ты умылась, а. Пойдем, можно. Так, ну что, ребята, вечер. Я тут уже убираю за детьми. Где у меня дети, я даже не знаю. Тут рисовали, что-то делали. Где они? Ну, слышу, что вот здесь. Как дела? Лохматули. Все нормально? Все нормально? Надо волосы завязать. Катя, боже, мы завтра их не расчешем с тобой. А, капец. Там было чешется. Еще и чешется. Что там, блохи? Окей. Ладно, окей. Дети, давайте уже это... У вас там что, синхронные игры? You want to buy this one? This понятно, one? Все. Игроманы. Спать пора уже, игроманы. Нет! Да. Yes! Завтра нет. Не встанете. Нет. Это нет. Еще пока понедельник, нет. Вы такие жестики у меня, да. А вот со среды начиная начнется жесткач, да. Конечно, полный. Тут, в принципе, зато убирать почти ничего не надо. Да я ничего не буду убирать. Молодец, они так и пролежали, по-моему. Я только слышала эти крики. Очень все веселились, кричали и особо так ничего не разбросали. Ну так, совсем чуть-чуть. Это хорошо. Ой, спали же. Что такое? Спите дальше. Куда? Назад. Джерри туда ныряет. Если вот эту забываем закрывать, и жрет у коти и у моих всю еду. Ой, проснулись. Пойдем, Джерри, пописаем. Пойдем со мной. Так, ну, Милу не надо. Пойдем, Джерри, пойдем, иди писи. Ты тоже пойдешь? Нет, тебя это... Джерри просто часто писит, Мила редко. Ну, в смысле, она взрослая уже псина. Джерри, иди, ссы быстрее. То комарики съедят нас. Да нету там никого, Джерри. Цикло маленькое, все равно боится. Иди давай писи на нашу лужайку. И домой. Кто спал, чтобы дома пеленки не менять за тобой. Все? Пойдем. Нету никого, нету. Надо все машины обнюхать. Пойдем. Джерри. Пойдем, мама ждет. Давай. Тебя сейчас Маша придет погуляет. Так, Катя пришла умываться, сейчас попытаемся это расчесать, иначе завтра будет совсем все плохо. Да, звезда моя? Давай попробуем расчесать. Ладно, расчесали, можно сказать, там так чуть-чуть еще осталось, но в целом, тихо, в целом расчесали. Все, чистим зубы и спать.